расскажу. Мы тут читаем книжку. Вот это норма вещей для детей читать в возрасте до лет 8. Это меня очень сильно выводило из ресурса, потому что это тяжело реально. Но для детей вот чтение книжек – это вот это. Тихая сказка. Эту сказку ты прочтёшь. Я написал книжку сейчас. Да. Эту сказку ты прочтёшь. Тихо-тихо-тихо. Куда? Вы куда? Или не видите, это вода. Уж такая курица птица, что воды как огня боится. А у тебя почуяв свободу, так и режут студеную воду. Выходить из воды не хотят? Смотрит курица. Мочит, молчат. Ты спокойно по берегу ходишь. Глаз детей непослушных не сводит. А зубастый крокодил чуть меня не проглотил. Был на праздничном обеде у мохнатого медведя. И вот такую кошмарицу я все время читаю, потому что с ребенком только так, а никак иначе. Читать целый рассказ, стих, даже просто другую картинку, это нереально. Это причем с Валерой то же самое было. Валера сейчас злится, допустим, на то, что Дима так делает, потому что ему хочется книжку прочитать. А вот Дима начинает туда-сюда, туда-сюда. Вот прочитаешь ему «Эс-маршак», «Азбука в стихах и картинках». И дальше он начинает. То есть вот, если даже начнешь уже читать, он все равно все время вернет туда, куда этому захочется. И он будет вертеть страницы вот так. И это нормально. Если что, все зависит от того, что вам нужно от ребенка во время чтения. Для вот таких маленьких детей просто заинтересовать книжками нужно. Не более того. Ну и пальчиком вот так вот водите. По словам, когда читаете, чтобы ребенок понимал, что вы читаете, что вот эти вот странные обозначения – это вещи, которые вы каким-то образом читаете и вот производите, воспроизводите ребенку, что там действительно можно какой-то смысл найти и говорить о том, что вы видите вот здесь. Лечил его доктор, и ребенок постепенно причинно-следственную связь поймет. Лечил его доктор из детской, и вот это вот. Кто колечко найдет? Покатилась Олина колечко, покатилась нашего крылечка, покатилась колесом, придаивается пустом. Кто с крылечка сойдет? Кто колечко найдет? Был на праздничном обеде у мохнатого медведя, а зубастый крокодил чуть меня не проглотил.